Первый осенний дождик пойдет, в нашем лесочке гриб подрастет. Рыжий и белый в земле на коре, их собирать побежим мы скорей. Но разобраться в них надо, друзья, что кушать можно, а что же нельзя. Кто объяснить все это нам сможет? Это, конечно же, наш заяц Гоша. За грибами с Гошей мы берем лукошки, он нам все расскажет и пока покажет. За грибами с Гошей урожай хороший, соберем мы вместе и споем вам песню. Березовик и белый гриб, и подосиновик рыжий на вид. Есть сыроежка, волнушка, строчок, их мы положим с собой в рюкзачок. Что за грибочки волнистые тут? Это лисички, сестрички растут. Рядом опята веселый букет. Эх, будет вкусный сегодня обед. Только поганку с собой не возьмем, и мухомор стороной обойдем. Красный на вид — это знак осторожно, знает в лесу все грибы заяц Гоша. За грибами с Гошей мы берем лукошки, он нам все расскажет и пока покажет. За грибами